принципе, ничего нет невозможного для человека с интеллектом. Это женское дело. Здравствуйте, у микрофона Яна Буликашкина. Сегодня у меня в гостях руководитель сети женских фитнес-клубов «Монро» Рената Орлова. Добрый день, Рената. Здравствуйте. Осень, как всегда, отсутствие солнца, затяжные дожди, смена погоды, и уже не так-то сильно хочется на улицу. Вот в связи с этим вопрос, Рената, правда ли, что осень — это все-таки лучшее время, чтобы начинать заниматься спортом? Идеальное время для того, чтобы начать. Эта привычка может быть как это со школы, да, все новое начинается, какие-то кружки мы, да, начинаем ходить с 1 сентября. В принципе, во взрослой жизни ничего не меняется. И на фитнес очень здорово приходить в сентябре по нескольким причинам. Во-первых, как раз идет, как правило, новый набор в группы. Всегда можно попасть, если кто-то боится, да, что где-то что-то не получится, то в сентябре как раз много групп именно для новичков. То есть в расписании после лета мы добавляем тренировки, на которые вы придете, и там будут такие же новички, как вы. Соответственно, здесь будет очень классно, удобно, мы будем быстро втягиваться, и тренера максимально прям очень-очень-очень будут объяснять всю технику, как, что, куда рука, куда нога, куда вдох, куда выдох, и будет достаточно комфортно. А также летом мы двигались, чтобы не прекращать это движение, осенью классно тоже продолжать двигаться, ведь движение — это жизнь, и все-таки правда так оно и есть. Мы двигаемся, мы живем, получаем от движения удовольствие, наше тело вообще создано для того, чтобы двигаться, конечно, и нам будет очень замечательно. Осенью часто как раз в начале сезона добавляются в клубе, например, новые какие-то тренировки. Uh-huh. И можно попробовать что-то новенькое, что-то интересное для себя. Разнообразить жизнь. Да, кстати, разнообразие — это вообще очень хорошо. У нас 25 направлений фитнеса, и даже если постоянно кто-то занимается, можно периодически их менять, ходить на разные тренировки, и таким образом фитнес вообще не надоедает. И себя с разных сторон открывать. Да. Скоро у нас еще и день рождения клуба, будут опять же какие-то интересные предложения, подарки, какая-то движуха. Мы все в раздумьях, но она 100% будет, поэтому всех приглашаем в клуб на свою первую тренировку или вернуться к тренировкам. Которая, кстати, абсолютно бесплатна. Да, первое занятие у нас бесплатно, и это тоже очень здорово, потому что можно прийти и просто попробовать, и нет к этому никаких препятствий. Просто звоните 222-004, расскажите немножко о себе нашему администратору или консультанту, вам подберут максимально эффективную тренировку и подскажут ближайший к вам адрес. Это Ленинградская 1А на Филейке, это Московская 31 в центре у Театральной площади и Красноармейская 82, Монро, Рассвет. Мы всех очень-очень ждем. Благодарю. С нами была Рената Орлова, руководитель сети женских фитнес-клубов «Монро». Рената, спасибо, до свидания. Пожалуйста, до свидания. Это женское дело.